Центральный музей имени Ленина привезена из Германской Демократической Республики копия лейпцигской типографии, в которой был отпечатан первый номер ленинской газеты «Искра». Первый секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии, председатель Государственного Совета Германской Демократической Республики товарищ Ульбрихт передал этот дар Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза. Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС товарищ Суслов сердечно поблагодарил немецких друзей за их подарок. Всем, кто присутствовал на церемонии передачи типографии, была вручена только что отпечатанная страница первого номера «Искры».